Добрый вечер, дорогие друзья. Мы в Испарухово. Я стою на берегу канала, соединяющего озеро с морем. Прошелся через парк. Ну и как не поснимать такую красоту? Да, дует легкий ветерок. Чувствуется, что мы у воды. Что здесь за корабли, что они тут стоят, я не знаю. Но, судя по всему, они здесь давно, они на приколе. Стоят оба. Там вдалеке видна сама варна. И вот нам открывается вид на пристанище варна, где мы были с вами, с Димитаром и Светланой. Вот оно прямо по центру. Здание порта и вышка там, вот эта навигационная, а чуть правее маяк моргает, вот есть такая скамейка с перголой, и вот за ней виден маяк, и там далеко-далеко корабль, судя по всему, он двигается, очень красиво. Вечер, сейчас еще 7 часов вечера нету. Вот такой нам вид открывается с берега канала, со стороны Испарухово на варну. Корабли — это моя страсть. Не страсть, а интерес такой, детский интерес. Поезда, железнодорожные вокзалы и корабли, и пристань кораблей. Я отсюда хорошо наблюдаю. Сейчас фокусируемся. Оп, там вот старый катер, такой голубого цвета у него днище. Рядом еще один катер, еще. Но самое большое скопление катеров и лодок — это, конечно, под мостом. Вот далеки виден, далеко-далеко виден Испарухов мост. Видны краны портовые. Сухогруз это, видать, потому... Да, это сухогруз, потому что вижу ковш погрузочный. Costco Shipping. Вот мы у самого берега канала, и нам открывается вид в открытое море. Вот открытое море. Это, судя по всему, какая-то навигационная будка. Сооружение навигационное такое модернистское. Там крутится локатор. Слышна работа дизелей корабля. Ну, это генераторы, видать, работают. Такой равномерный гул. Огни горят. Вообще ляпота, романтика, супер. Волны тихо плещутся. Вот тут есть рыбаки, что-то дядька поймал. Вот пару рыбаков есть. Сейчас пройду туда. Ох, ух, и закат красивый. Попробую снять немножко закат с берега канала, соединяющего озеро с морем. За нашей спиной открытое море. Виден Испарухов мост. Такая вот интересная скамейка с перголой. Рыбаки. Корабль. Я и раньше видел фотографии этого корабля. Такое ощущение, что он там стоит постоянно. Мелкие корабли, катера. А звуки такие, корабельные звуки, эхо такое. Закат интересно отражается в воде. Вода чистая, прозрачная. Не знаю, если вам слышен гул генератора корабля, вот этого. Слышите скрипы? Вот
прямо впереди. Перед нами видна ракета, комета, припаркованная на постоянку. Видите, вот она там вот в тени. Там было какое-то заведение, судя по отсутствию огней, она таки и так и припаркована навсегда. Какой красивый вид. Фонарики с такими отражателями. Интересно, видите, ковшики такие. Вот. Он и вниз бьет, и отражатель еще рассеивает. Интересное решение. Немножко вам кораблик. Нам повезло, сейчас мы увидим катерок. Моя мечта на таком катере прокатиться. Ну или что-то в таком роде. Важное, что на судне по воде. Это еще юношеская романтика, навеянная романами о путешественниках, моряках, приключениях. Кто в детстве не мечтал быть моряком или космонавтом, или летчиком? Я мечтал быть еще и водителем автобуса. Там у меня был маршрут 14 у нас в Кишиневе. Вот я мечтал быть водителем этого автобуса. О, слышите, как корабль разогнал воду, сделал волны. Волнишки от корабля. От катера, вернее. Красивый закат очень. Сейчас заодно и протестируем Sony, как она снимает вечером. Экспозиция минус 2.0. Вот тихо двигается корабль, не знаю, если его будет видно, потому что он не освещен ничем. Очень тихо работают двигатели. Да. Очень тихо работают двигатели. Няма, няма, няма. Няма светкавица той.